I was walking with my dog around the chalet up in the mountains, and I was watching down to the valley, and I saw a bunch of cows moving around, and the forms they are creating by walking around, which was really interesting sometimes. You could see only with a view from above. People who were among the cows, they wouldn't see that those forms. That gave me the idea about the project, which becomes later the Giant Steps. What Giant Steps means, it's a simple question: what we leave behind us. And that's about everything. Cultural footprint, ecological footprint, everything, anything. The whole project is like our lives. It started in Australia because my idea was to make a first step out from the water as life starts it. Life comes from the water, so the project started in the water. The Giant Steps, a work of art designed to walk all over the world. This event is the first step in the International Giant Steps large-scale outdoor art installation. The public was able to walk between the bamboo poles without having any concept of the form taking shape and how it looked from above. This footprint was made out of 152 bamboo poles. So we made a first step, first footprint in Australia, second in Hungary. Third in Amazonia. I met a young lady who was teaching at the university in Bryansk, and one day she asked me if I knew Fyodor Tyutchev. С Вильямом Маурицем, автором проекта, мы познакомились в интернете. Он задал мне вопрос, касающийся русского языка. Так началось наше знакомство. И потом, когда позже мы договорились о встрече в Санкт-Петербурге, это был первый визит Вильяма в Россию, мы пошли в театр. Я была его гидом. Мы пошли в театр на спектакль «Вишневый сад». И этот спектакль оставил такое впечатление, которое потом повлияло во многом на продвижение этого проекта. После того, как Вильям побывал на этом спектакле, он попросил меня написать письмо.
в театр. В этом письме говорилось о том, что раньше Вильям смотрел на русскую культуру сквозь красные очки. И вот русский театр помог эти красные очки ему разбить. Он увидел русскую культуру совершенно новой ипостаси. Но это очень помогло в дальнейшем понять, как нам действовать. Поскольку я с русской культурой связана, я филолог, лингвист, то первое, что могло прийти в голову, поскольку это межкультурный проект, это, конечно же, построить его с опорой на русскую литературу. So she asked me if I knew. I didn't know about Tuchev anything. She gave me a book, and I read the book of Tuchev and loved his work. And she said, "Why we don't do our project, Giant Steps, in Russia, in Ovstuk, the museum of Ovstuk?" I said, "Why not?" So his work is very interesting. He left a beautiful work behind him. That's his footprint in Russian culture. So Elena, that young lady, she contacted a museum in Ostrov. Международный проект «Гигантские шаги». Действительно, узнали о нем неожиданно, когда на адрес музея пришло письмо с предложением в нем поучаствовать. Что это за конкурс, нам было, честно говоря, неизвестно. Что это за проект, какие он ставит цели и задачи. Но то, что местом проведения была выбрана родовая усадьба великого русского поэта, удивительного человека, гениального и действительно олицетворение, наверное, самого лучшего всей своей эпохи XIX века, то это было очень привлекательно и интересно. Конечно, мы ознакомились с предыдущими проектами. Они были настолько разнообразны, столь не похожи друг на друга, но главное, что их объединяло, это действительно след в истории человечества. Что мы оставляем? And the directress of the museum in Ostrug, she apparently loved the project, and she made it happen. Елена Александровна Бурдина, которая была связующим звеном с автором проекта Уильям Маурицем, действительно попыталась с нами искать те новые формы и возможности, которые мы бы могли реализовать в Овсуге. Проект действительно необычный, поэтому это что-то новое. И очень многие воспринимают его с опаской. Но вот Оксана Михайловна откликнулась сразу. И я поняла, что с этим человеком можно сделать... вообще осуществить любой замысел. И впереди стояла большая просто задача, как разработать свою концепцию «Гигантские шаги» в Овстуге. И честно надо сказать, что работа заняла достаточное время, почти целый год был эта идея в разработке. And we met in Ovstug, and we did with students who helped us from the University of Bryansk to put up the footprint in Ovstug. И дальше шла работа непосредственно самыми ключевыми моментами, в которые был приезд автора проекта Вильяма Маурица к нам сюда, в Ovstug, еще в ноябре 2018 года, когда мы попытались на местности посмотреть наши возможности. Огромных полей, площадей, степей, берега океана у нас, конечно же, не было. У нас был очень уютный, красивый и роскошный усадебный парк. И поскольку наш проект
опирался на великую русскую поэзию. Это поэзия 19 века. Но автор проекта это тот художник-скульптор, который связан напрямую с современностью. Это смешение традиций и чего-то нового. И это давало совершенно новую энергию. Форму проведения выбрали все-таки мы необычную. Это огромные круги, составляющие гигантский шаг на нашей главной поляне, а в центре усадьбы. И решили мы, что как не звучание слов, строк, стихотворение Федора Ивановича будет лучшей памятью и восхищением его талантом. Поэтому все участники должны были заполнить эти круги на нашей поляне и читать стихи Федора Ивановича Тютчева. Действительно, для Брянска это было событие. Это на самом деле был гигантский шаг. Гигантский шаг, связанный и с культурой в нашем регионе, Брянской области. Нам нужны были помощники. Как привлечь сторонников и волонтеров и сделать программу интересной. Именно это мы обдумывали в протяжении нескольких месяцев. Проект сразу нас заинтересовал, потому что такая идея и сама мысль... Глобальная, обширная, она понравилась. Я сразу рассказала своему нынешнему мужу об этом, потому что знала, что ему тоже будет интересно. И так мы постепенно привлекали людей для этого проекта, искали своих среди друзей, знакомых. Я очень рада, и это было очень приятно, что откликнулись и художники, откликнулись и певцы. Для тех молодых людей, брянских жителей, студентов, молодежи, которых мы пригласили поучаствовать, опасений не было никаких. Они были абсолютно рады поучаствовать. I asked people from Australia who helped me for the first footprint, Zoli and Chiron, to come to Russia as well. And I asked also Jaider Isabel, who is a Makushi indigenous artist from Brazil, where we did the third footprint. Поскольку гостей было очень много и просто со всех концов света, нам нужны были переводчики. Когда мне предложили стать волонтером-переводчиком, то, естественно, первым ответом было «да». В голове были всевозможные мысли, смогу ли я. Но я была уверена с самого начала, что это будет безумно интересный опыт. Но больше всего для нас составляла трудность найти переводчика для Джайдера, потому что говорил он на португальском. Узнала я о проекте от Оксаны Шейкиной, директора Остуга. И, конечно, до этого прочла сообщение в СМИ о том, что будет такой проект. Ну, прочла. И на этом, в общем-то, да, интересно, а может быть, схожу посмотреть. Но ближе к проекту уже, когда Оксана мне позвонила и предложила поучаствовать, вот, в качестве, неожиданно для меня, в качестве переводчика Джайдера, я сначала, конечно, очень испугалась такой ответственности. Потом мне стало безумно интересно, и я приняла это предложение. Вот, потому что, ну, я не являюсь переводчиком по профессии своей, просто так сложилось, что немножечко знаю язык. Нашелся я еще сразу один волонтер. И получилось так, что у нас несколько переводчиков с португальского. Вначале мы не могли найти ни одного. И это оказался студент из города Орла. И это тоже очень приятно, потому что это коснулось не только Брянского региона. И наших волонтеров прибавилось. Появились и потом студенты родом из Анголы. То есть вот такая интернациональная аура, она разрасталась. Для Брянска было очень интересно и то, что там собрались люди со всех концов мира, потому что автор проекта Вильям и Жан Даниэль
Мим из Швейцарии, Золи из Новой Зеландии, Шерон из Австралии, Джайдер из Амазонии, индейец из Амазонии. И когда мы по Брянску ходили всей вот этой компанией, мы, конечно же, привлекали внимание. Компания была очень колоритная. Люди останавливались, смотрели, особенно на Джайдера. Было очень необычно стояли. Видеть Джайдера, да, в городе, в самом... Когда Джайдер стоял возле линии советской, это, конечно, такой определенный колорит. Диссонанс вызывало, да. Потому что он очень-очень другой. Мы когда приехали изначально на место встречи, то есть еще не в Овстук, а на место, откуда отправлялся автобус, было очень легко найти именно нашу компанию, как бы там было очень много людей, но в какой-то момент я вот просто иду, хочу позвонить, узнать, где стоят люди, которые мне нужны, и вижу индейцев. Поэтому я поняла, о, мне туда. Я еще до последнего не верила, я думаю, блин, да ладно, чтоб у нас что-то прям такое вот масштабное, это было очень неожиданно. Я вообще изначально приехала туда одна, без всякой там какой-то группы поддержки, без друзей, вообще одна. Но ни минуты я себя одной там вообще не чувствовала. Все время вот эти вот движения какие-то, и все, вот все как одно было. Вот мне вот это запомнилось как-то, отличилось. Поучаствовать в каком-то из таких мероприятий, увеселительных программ, а мы не могли, это было просто невозможно. Поэтому мы участвовали во всем, и все участвовали там во всем вместе с нами. Мы играли в русские народные игры всяких типов, плели уток. Одними из ярких, наверное, страниц нашего проекта это было участие представителей тех стран, организаторы, где ранее проходил проект «Гигантские шаги». Это было настолько ярко и удивительно, и я под впечатлением нахожусь до сих пор после того, как услышала чтение тючицкого «Силентиума» стихотворения «Молчание». «Силентиум» произвело на всех огромное впечатление. И сам автор проекта сказал, я понимаю, если бы вот это произнес архитектор, скульптор, живописец, но это сказал поэт, для которого слово является инструментом. И когда это стихотворение звучало на английском, португальском, французском, венгерском, русском языке, уверяю вас, равнодушных среди всех гостей, кто находился в этот момент в усадьбе, просто не было. Lá, onde brilham qual velas, contempla na alma sagrada. Contempla sem dizer nada. Como abrir teu coração? Como dizer teu desivão? Каждое, по сути, это было отдельное произведение, отдельное стихотворение, и для нас это было необычно, потому что мы-то привыкли к Тютчеву, мы знаем его стихи, а это какие-то люди, которые не причастны особо к русской культуре, читают стихи нашего земляка на своем языке и восхищаются. Такое ощущение было, что
каждое слово, которое они произносили, это особая святыня какая-то, особая ценность, как будто они боятся уронить и разбить. How can a heart expression find? How should another know your mind? Will he discern what quickens you? A thought once uttered is untrue. Sache ne vivre qu'en toi-même. Un monde existe dans ton âme. Les secrètes pensées enchantées, les bruits du monde vont les étouffer. Elles se dissiperont au soleil du matin. Écoute-les chanter et ne dis rien. Одним из эпизодов этого мероприятия было выступление самого Жана Даниэля, когда он ставил свою пантомиму, и он приглашал нас побыть участниками в его представлении. Это было очень необычно, потому что Жан Даниэль сам человек очень необычный, зонтики и кружится. И бутылки с водой. И вот эта сама идея бутылки с водой, это было это нечто, чтобы такое придумать, надо действительно иметь особый взгляд на мир. Он с трепетом таким и с такой серьезностью подошел к этому, потому что, видать, он действительно хотел передать нам то, что он чувствует, и как он видит этот проект, и для чего он здесь. Поэтому мы тоже прониклись этим. Это было очень необычно. Я еще никогда не ходила по тютчевской усадьбе босиком. И с грязными ногами. Ноги были в краске. Мы выкрашивали ступни ног в флуоресцентной краске и ходили по территории Овстуга, по сути, оставляя свои следы. Все как полагается. Мне очень понравилось, как выступал мим. Вот. Ну, для меня это было ново. Я ни разу не видел вживую там настоящего мима, да, хотя я сам в детстве работал там аниматором. Вот, и мне приходилось там грим наносить и быть мимом, но это не то. А видеть эмоции, вот это, видеть вот этот смысл, видеть чувства, это совсем другое. И смотреть на вот какие-то постановки, смотреть на какие-то картины других художников, это всегда большой вклад, прежде всего, в себя. Это Джайдер, художник, поэт. Ну, наверное, тут больше значения или не меньшее значение имеет то, что он является предводителем одного из индейских племен и видит свою задачу в сохранении экологии своей родной земли. И тоже использовал площадку проекта «Гигантские шаги», чтобы привлечь к этому внимание. Когда он в рамках нашего проекта здесь, в Овстуге, провел приветственный обряд, приветствуя всех участников, я думаю, это одно из ярких впечатлений, опять-таки, было для всех гостей усадьбы в этот день. Невероятным было то, что мы были причастны к этому. По сути, нас просто пригласили побыть волонтерами, предложить какие-то идеи свои. Но в целом, когда мы приехали в Овстуг,
оказалось, что участниками являются абсолютно все, кто там присутствует. Все люди, сами художники, взаимодействие друг с другом, общение, вот это было невероятным. Все было как в анекдоте, когда мы сидели в столовой в усадьбе Тютчева с Вильямом, с Шерон, с Золи, а также с Джайдером. Просто собрались однажды в усадьбе Тютчева швейцарцы, русские, австралийцы и индейцы. Ну, действительно, как начало анекдота. Я долго еще буду помнить, как мы в одной руке, с одной стороны у меня был Золи, с другой стороны Шерон, и мы вместе соединили со всеми гостями и водили хороводы по Офстугу. Очень ощущалось вот это вот единство. Хороводы — это вообще что-то отдельное, потому что это вот такой вот просто был вихрь. Я не знаю, там такая энергетика кружилась. Вильяма переодели в народный костюм. Творилось нечто особенное. То, чего в обычном представлении, что для нас Офстуг, да, дом, усадьба Тютчева. То есть в тот день усадьба Тютчева, это было... Преобразилась. Атмосфера, да, была просто вот нетипичная для того места, но весьма дружественная. Думаю, Тютчев был бы доволен. Такое вот ощущение было легкости, какой-то большой дружественности всех его участников. И вообще сам замысел этого фестиваля несет, на мой взгляд, созидательную мысль, а именно объединять народы. Ведь он проходит каждый раз в разных странах, то здесь, то там. Его автор шагает таким образом по всей земле, увлекая за собой новых людей, объединяя их в эту новую традицию и таким образом оставляет то, что называется, оставляет след на земле. Очень приятно было, что люди, которые узнали об этом, узнали из рекламы, узнали еще от кого-то, приехали, пришли и приняли участие, потому что принимали участие не только студенты, но и люди, которые пришли на этот проект посмотреть, увидели, что они могут тоже прочесть стихи, потому что мы стихи, стихотворные отрывки раздавали, их распечатали и раздавали всем желающим. И я поначалу опасалась, что этих желающих не хватит. Но мало того, что их хватило, у нас не осталось ни одного стихотворного отрывка, который бы не взял человек, чтобы его прочесть и находиться вот в этом шаге со всеми остальными, формировать вот этот проект, создавать этот проект. Неожиданно было, когда все настало. Именно вот эти шаги, когда люди стали собираться, выстраиваться. Мы сейчас являемся частью такого масштабного большого проекта. Это было очень ценно и интересно. И тем более мы в Офстуге, на нашей брянской земле, и такие гости у нас. Это бесценно. Как слово наше отзовется. Стоим мы слепо пред судьбою. Не нам сорвать с нее покой. Это было ощущение, не было, оно и сейчас есть. Что ты вот вложил в какое-то такое большое дело частичку себя. И всю ее уж тень покрывали. Или теплый летний в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяйся и играй. Этот проект, он позволил мне стать частью чего-то большего, чем я сама. Наша жизнь стоит. Each giant step has a profound effect on the participants and observers.
because it educates us and it brings us awareness of important cultural assets. Это был просто незабываемый опыт, как в экзистенциальном плане, так и в языковом. В Австралии, в Сангейте проект гигантский. Для меня это был своеобразный тоже старт, как я сказал. Перформанс для меня был в первый раз. Я впервые рисовал каллиграфию на публике, общаясь с людьми. Возможно, после этого кто-то пошел домой и начал рисовать. Еще мы выпрашивали автографы у... у всех причастных к проекту. У Жанна Даниэля, у Елены Александровны. На футболках, у художников. И... А Джайдер рисовал всем, у него были уникальные автографы для всех. Там птицы, лисы, там еще кто-то. И у всех была индивидуальная футболка, не похожая ни на какую другую. Эта футболка, на самом деле, я даже не хочу носить ее по дому, она просто лежит в шкафу, поскольку это настолько что-то ценное. Это тоже, наверное, одна из таких частей, которая захватила волну народа. Вот, все сразу побежали там что-то расписывать, всем очень нравилось, неважно, что там было, важно, что это было руками, это было от человека. Было такое ощущение, что собралась большая семья. Это был такой дух единения, который не мог привести к какому-то отрицательному результату. И я полагаю, что все гости, которые были на проекте, узнали Россию с новой стороны. Они увидели русских людей, и они увидели настоящую Россию, глубинку. А в глубинке как раз мы можем, наверное, заметить ее настоящую русскую душу. Превращение России в какого-то монстра вот в информационном пространстве, оно идет, и русских в том числе. Вот, потому что и люди даже, многие, с таким вот уровнем как бы образования, может быть, не, скажем так, достаточно высоким, они доходят до того, что они экстраполируют сериалы, вот, сюжеты сериалов, персонажи сериалов, обычных вот сериалов, они переносят все это на простых русских людей. То есть для них нет разницы, что показано в сериале, да, это вымысел, и то, что как бы вот там русские, они так живут, да, вот это их менталитет, манера поведения, там их взгляды. То есть это потрясает на самом деле. Поэтому, конечно, такие проекты, как вот придумал Вильям Маурец, они очень важны хотя бы для того, чтобы ломать эти стереотипы и показывать, что мы такая же часть мира и такой же как бы важная составляющая общей мировой культуры. И мы вносим достаточно большой и значимый вклад в эту культуру. И, наверное, да, мировая литература была бы не такая прекрасная без Достоевского, без Пушкина, без Толстого и без нашего Федора Ивановича Тютчева. Мне так кажется, что наши гости, иностранцы, которые участвовали, представители ранее реализованных проектов из Венгрии, Швейцарии, Австралии, Амазонии, они действительно открыли для себя очень многое в познании, изучении России. То восхищение, та радость пребывания, участие, которое мы видели на их лицах, она трудно ее переоценить. The Ofstug experience will stay with me for the rest of my life. Superbly organized. The Tchutchev Museum is a beautiful place. C'était beau, vraiment, c'était une belle journée avec beaucoup de reconnaissance. Je ne m'y attendais à rien et là, oui, pour moi, si c'était à refaire, je le ferais, mais je repars demain. Also, it made me love Tchutchev poetry. Hopefully, there will be more giant steps in Russia. И сейчас о Тютчеве знают во многих странах. И это наш скромный вклад в русскую культуру. I met so many nice people through these four realizations. I would never imagine in my life. There was no reason to cross on my path those people, and it happened. So everything is possible. Each time, after each realization, I'm saying that really everything is possible.
the craziest idea can become true, just need a determination, motivation, of course, good friends, to meet right people. That's the most important thing. Мне вообще очень понравилась сама идея, и когда я уже ехала домой, оно ж постепенно потом еще вот какие-то приходят до осознания. И я помню, что ехала домой, и постепенно меня вот накрывало. И я думаю, это ж вот надо было просто так вот взяться. Это не просто там дать какой-то концертик или там, да, что-то такое. Это же, ну, действительно такая масштабная идея. Как бы, да, вот так вообразить нашу планету и пройти, оставить вот такой вот след. Причем след он не просто, а след людей, которые все это делают вместе, вот в команде, в этой вот. И, конечно же, меня зацепила сама идея фестиваля о том, что по всему миру проходят большие шаги. И мне эта идея близка, потому что то, что я рисую, я не просто рисую, а, наверное, тоже оставляю свой какой-то культурный шаг. Я стараюсь оставить какой-то след после себя. It took me 10 years to find the funds to make a first footprint in Australia. And I tried everything, all kind of organization, everything and everything. But you know, if you say something I have a plan to make a big project to build a footprint in the ocean in Australia, they might very easily to take you for not for a crazy guy, you know. It's too big, it's too far, what for? Yeah, that's too crazy. It was too crazy. So I wasn't surprised that it took me 10 years. I was mad many times, I wanted to stop, but I knew that idea is good. So I was fighting for it and I tried everything, all kind of organizations. Nobody would give me a damn, nothing. То, что сегодня делается так искренне, без задействования каких-то особых государственных решений, мне кажется, сегодня самое главное. Самое главное. Тем более, что каждый человек задумывается о том, сделал ли я вообще в жизни свой какой-то шаг, и какой-то шаг будет ли замечен. И мне кажется, вот это вот именно то мероприятие, которое отвечает на некоторые вопросы. Я очень рада, то, что этот шаг состоялся в нашей стране. Между прочим, я даже не ожидала, что он будет в нашей стране, потому что слишком, мне кажется, креативно, слишком непривычно. А то, что он состоялся не просто в нашей стране, а даже в нашем небольшом провинциальном городе, еще более интересно. В нашем музее Федора Ивановича Тютчева в Овстаге проходит масса мероприятий, причем не для галочки, очень интересных. Но то, что свершилось на гигантских шагах в Овстаге, это, конечно, было грандиозно. Из тех сотен мероприятий, которые в Овстаге было, самое запоминающее, самое знаковое мероприятие. Причем это было единение народов. Уильям Маурис придумал великолепный, замечательный проект. Когда в Овстаг в этот день съехались не только люди со всей Брянщины, из многих городов России, но и из многих уголков земного шара. Это было единение культур, единение людей разных наций. До сих пор музей-заповедник получает отзывы от гостей, участников, делясь своими впечатлениями, что ничего подобного ранее не было. И готовы участвовать и заявляют о своих желаниях как волонтеры, добровольцы в любом качестве. Если нечто подобное будет, то обращайтесь, мы готовы вас поддержать. Знакомство с Жайдером для меня открыло целый мир. Впечатление потрясло меня. Я после вот этого проекта стала очень много читать о Бразилии и вот об Амазонии, о народах Амазонии. Для меня удивительно то, что вот эти люди, тот же Жайдер, его коллеги, скажем так, по цеху, если это можно сказать, то есть художники индейского происхождения, индейцы, они взяли
в качестве оружия в борьбе за свои права, за свой народ, за свою землю. Они взяли в качестве оружия искусство. И это потрясающе, у них очень здорово это получается, потому что искусство, он интернациональный язык, который понятен всем. Então, fazer parte da pegada gigante na Rússia, né? Especialmente em Ovsto, no Museu de Ovsto, foi muito especial por ter essa ligação direta com a literatura, com o poema, que tem também a ver com a minha trajetória enquanto artista, por ser um lugar essencialmente rural, né? Um lugar de ocupação bastante antiga e bastante tradicional. Isso foi muito especial também. E saber que nesse lugar tão remoto, no meio do coração da Rússia, a gente encontra essa biblioteca desse grande poeta, esse homem visionário, né, que fez todo esse pensamento de futuro para que hoje a gente usufrua desse espaço também, falando dessas questões urgente, que é as questões globais, as questões humanitárias por meio da cultura, né? Então, we don't know where will be the next footprint. We are working in Katinga, for instance. We invited to Katinga. It's a northeast Brazil, a very dry region. We have a plan to kind of reforestation. We'll start a huge forest, so we'll work with many people and we'll build a huge footprint of, we will plant trees and plants, which will become one day a forest. And to give example to other people, that starving region actually has a potential to grow, just need little kick, little help. Важно, чтобы мы оставляли след действительно созидания, творчества, нежели след армейского ботинка или след пожарища. Вот, важно говорить об этом и показывать это людям, потому что то, что нас объединяет, это искусство, это культура. Пусть это разные культуры, они очень не похожи, да, культура русского народа, культура индейцев макуши и культура коренных народов Венгрии, коренных народов Австралии, все мы очень разные, но у нас у всех очень много общего в итоге. Fiquei muito feliz de ter encontrado indígenas da Rússia nesse encontro e também interagir com troca de presentes, enfim, com essa troca de energia que a gente busca tanto encontrar nos povos indígenas. Encontrei também na Rússia, né? Então foi especial por esse momento da alta poesia, do pensamento russo, até o seu próprio povo nativo ali representado ainda vivo e resistente. Então... We don't know where it will stop, where it will end. And it's like our lives again. We know where we start, we don't know where we'll end. I would love to go to Siberia, I would like to go to Japan, and Peru, Canada, any place. Так масштабно и ярко все вышло, что мы даже не ожидали. Поэтому мы очень благодарим всех за то, что нам посчастливилось участвовать в таком, да, масштабном мероприятии. И если он будет продолжаться и по даже другим странам, да, то можно принять участие в какой-то другой стране в дальнейшем. Приехать туда, почему бы и нет. Наверное, мы поедем. Чудненько. Проект получил такое продолжение уже за своими рамками, потому что Жан-Даниэль был настолько воодушевлен приемом, ему настолько понравилось в Овстуге, настолько понравилось в Брянске и настолько понравилось общение, что сейчас он уже ведет переговоры и со своими переводчиками, со студентами, и с преподавателями факультета иностранных языков, потому что он сам изъявил желание в Брянск вернуться и перед студентами, перед молодежью показать мастер-класс. People can do much more than they believe often about themselves.
Just you have to give them an opportunity and push them a little bit. And well, I hope we will meet some interesting people in other countries and walk over the world. Why not?